Ну, они здесь работают 24 часа в сутки. У них вот такие столы с телевизорами. И все собачьи бега, которые происходят в Америке, они идут в онлайн по вот этим телевизорам. Ты делаешь ставки по компьютерам. В Тексасе собаки сейчас бегут, например, потом в Канзасе, потом в Нью-Джерси бегут. Они все делают стайки здесь и играют на ипподромах. Вот. Сейчас покажу такую машинку, на которой они делают ставки. И все станет ясно и понятно. Вот там такая машина. Сейчас я приближу. Вот она. Подходишь, вставляешь, даешь там доллар, 2, 3, 5, 10, вставляешь и все. Вот такой ипподром. Ну, значит, у нас идут собачьи бега по телевизору. Palm Beach во Флориде, гонки идут по телевизору. Мы делаем ставки, я поставил 3 доллара. Посмотрим, кто там выиграет. И вот вживую нам ведут, показывают собак, которые сейчас начнут делать бега. Вот, их сначала выстраивают, показывают в табло все номера. И ведут их, сейчас приведут их вот за беговую, их стартовую позицию. Вот отсюда не стартанут. Сейчас начнут бежать, я буду снимать. Как мои тут пара долларов работает. Ага, моя пока идет вторая. Ну, идем дальше. И так они играют здесь день и ночь. Сидят здесь и играют. Лошадей, на лошадей и собак. Короче, миллиардный бизнес, ребята. Если у тебя своя ферма, выращиваешь собак или лошадей, миллиардный бизнес. Потому что за один пробег одной собаки, они что-то здесь платят от 100 до 1000 баксов. Я не знаю, как они определяют, но вот это есть. Вот выращиваешь себе, щенят продаешь, и собака бегает, и работать не надо. Но сейчас они будут стартовать, я включу по новой. Итак, мы ждем, сейчас начнутся бега. Я поставил 5 долларов на собаку, какой номер говорить не буду, чтобы не сглазить удачу. Вот наш весь ипподром здесь. Еще раз его покажу. И собака. Собака должна сделать, они делают только один круг. Впереди бежит штучный заяц, он где-то вот здесь, на этой рельсе. И они несутся за этим штучным зайцем. Сейчас все увидите. Прозвучал первый звонок. Сейчас будем смотреть. Итак, вон понесся заяц. Сейчас вы увидите. Вот он. Искусственный заяц. И погнали. Итак, первый, она говорит, идет. Да, yes. Финиш. И здесь табло показывает, кто у нас выиграл, кто выиграл. Ну, как-то так. До встречи. Вот я теперь понимаю, как себя чувствуют космонавты вот в этом Союзе и в остальных этих вот космических агрегатах, потому что здесь со своей комплекцией в этой машине пошевелиться вообще не могу.